Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Stepwagon Spada 2015 года в сером цвете с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра, мощностью 150 лошадиных сил, АКПП передний привод. На машине у нас имеется спойлер, камера заднего вида, автобокс на крыше, хорошая резина, литые диски, ветровики, повторители в зеркалах, бесключевой доступ. Пробег 125 тысяч километров. По салону. Темный салон, чисто ухоженный, три ряда сидений, комбинированный. Имеется мультимедиа, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, дополнительный монитор на потолке, мультируль, подрулевые лепестки, кнопка старт-стоп, две электродвери, эко-режим, система курсовой устойчивости, контроль полосы, помощь при предотвращении столкновений, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Стоимость и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.